Полицейские выяснили, что в течение месяца подозреваемый как минимум 13 раз совершал кражи товарно-материальных ценностей из различных магазинов города. Мужчина прятал похищенное под одежду или в сумку, после чего покидал торговый зал. В отношении подозреваемого подразделением дознания УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию и кража». Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, лишение свободы на срок до 2 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.